Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам об обязательных пунктах ежегодного ветеринарного обследования кошки. Даже если ваша кошка молода, активна и выглядит здоровой, раз в год вы должны водить ее к ветеринару. На обязательном ежегодном осмотре специалист может диагностировать заболевания, которые в большинстве случаев протекают бессимптомно, либо предотвратить какие-то болезни, дав правильные рекомендации по уходу за животным. Из чего состоит ежегодный осмотр кошки у ветеринара? Давайте рассмотрим обязательные пункты ветеринарного обследования мяукающего питомца подробнее. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе приложения, который находится в настройках вашего телефона. Визуальный осмотр кошки ветеринаром – первый обязательный пункт ежегодного ветеринарного обследования. Во время него врач оценивает поведение, размеры тела, походку животного, проводит взвешивание и измеряет температуру. Тщательный осмотр отдельных органов кошки – второй обязательный пункт. Ветеринар изучает состояние ушных раковин и кожного покрова питомца, обращает внимание на состояние ротовой полости и слизистых оболочек носа, прощупывает лимфоузлы, проводит пальпацию. Также особого внимания удостаиваются грудная клетка, мочеполовые органы и хвост. После обследования врач берет анализы, если считает их необходимыми, и уже по их результатам назначает лечение. Если же специалист считает кошку полностью здоровой, он проводит консультацию по уходу и содержанию животного, отвечает на вопросы владельца. Четвертым обязательным пунктом является вакцинация кошки от бешенства и основных вирусных инфекций, например, таких как лейкемия, кальцивироз и ринотрахеит. Таковы обязательные пункты ежегодного ветеринарного обследования кошки. Если вы хотите, чтобы ваш питомец прожил долгую и не омраченную болезнями жизнь, не пренебрегайте регулярными ветеринарными осмотрами. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!